Так, ну хорошо, попробуем еще раз. Итак, смотрите. Значит, давайте начнем с структуры данных, которая называется CVS. И на первый взгляд CVS это какая-то штука, которая похожа на... Илья, я правильно понимаю, что нет А, я трансляции? забыл включить трансляцию. Да, спасибо. Да, зачем? Так. Вот. Вот этот самый Sirius. На первый взгляд, это штука, которая похожа на список или NumPy array. Ну, скорее даже на NumPy array. То есть, если я... Ну, во-первых, я могу работать с ним как со списком, да, вот, например, я взял, поменял значение. Или могу посмотреть на какое-нибудь другое значение. Вот. Но, в принципе, там, если я буду делать какие-нибудь арифметические операции с Sirius, то они выполняются поэлементно, точно так же, как с NumPy array. И у Sirius тоже есть, ну, видите, он здесь мне пишет dtype, int64, это нумпаевский тип данных. То есть на самом деле pandas используют в качестве, так сказать, хранилища для тех данных, которые в нем живут. Она на самом деле использует там внутри нумпаевские массивы. Но на самом деле можно даже посмотреть, где, если я у этого series возьму values, то вот он мне возвращает просто обычный нумпаевский массив. И многие вещи, которые относятся к NumPy-овским массивам, точно так же работают с Sirius. Но есть и разница, и первая, на самом деле, вещь, которую мы здесь видим, видите, когда я отображаю этот самый Sirius, он мне напротив каждого элемента пишет его индекс 0, 1, 2, 3. Ну, это на самом деле неспроста. Дело в том, что Sirius это некоторый такой гибрид с чем-то похожим на NumPy array, с чем-то похожим на словарь. А именно вот этот вот индекс у Sirius можно задавать произвольным образом. Ну, например, я могу сделать вот такой какой-нибудь Sirius, допустим, с какими-нибудь оценками. И я могу сказать, что вот у меня будет индекс. И теперь я могу обращаться к элементам этого сервиса, я могу обращаться по индексам, которые вот такие вот строковые. Значит, у меня индекс Alice Bob Claudio, я сейчас получил grades от Alice, и видно, что это ровно тот элемент, который я хотел. Ну, правда, если я теперь попробую собрать... Так, короче, эта штука всегда работает как-то не очень предсказуемо. Ну да. Короче, вот сейчас она работает и так, и эдак. И могу обращаться по номерам, и могу обращаться по индексам строковым. Вот. То есть, как я сказал, это некоторый такой гибрид. Надо сказать, что вот эти индексы, они выполняют важную роль в pandas. Вот представьте себе, что у меня есть два series с оценками, допустим, вот есть математика и есть, допустим, английский. Давайте сделаем как-нибудь вот так. Значит, вот у меня есть два series, одно с оценками по математике, другое с оценками по английскому. У каждого из них свой индекс, и при этом оценки идут в разном порядке. У меня в Math Grades Alice Bob Claudia, а в English Grades Bob Alice Elizabeth Claudia. И теоретически я могу теперь делать какие-то операции с этими двумя series. Ну, вот, например, я могу взять их и сложить. И
Давайте-ка другое число запишу, а то у меня... почему все восьмерки? Значит, смотрите, что при этом происходит. Во-первых, вот все эти операции, они происходят с учетом индексов. То есть, как бы система понимает, что у нас это не просто какой-то набор данных, а то, что вот эта вот оценка, например, вот эта вот оценка, вот эта четверка, это оценка именно Элис. А вот эта четверка — это тоже оценка Элис. Например, вот эта вот пятерка — это оценка вот эта, здесь Бобы, и здесь единица — это оценка Боба. Когда я прошу их сложить, она мне не будет складывать оценки Элис с оценками Боба, потому что это не имеет смысла. Она будет складывать оценки Элис с оценками Элис, а оценки Боба с оценками Боба. И видно, что действительно так работает. Интересная вещь произошла с Элизабет. У Элизабет возникла оценка NaN. NaN – это штука, которая называется Not a Number. Ну, это связано с тем, что если я складываю, здесь вот сложил эти два series, у нас в series, которая относится к математике, нет никакой оценки у Элизабет, и поэтому я не могу сложить оценку математики с оценкой по английскому, потому что складывать нечего. Одного из операндов не хватает. И поэтому мне говорят, что результат не определен. Значит, вообще вот эта вот штука, вот эти вот самые наны, они могут по-разному здесь отображаться. Но в целом есть такое понятие, как пропущенное значение, missing value. И ну, вот один из способов, как его представлять в Pandas, это использовать как раз вот этот самый not a number. Это такое специальное число с плавающей точкой. Кстати, вы можете заметить, что в результате сложения, видите, я складывал два series, которые состояли из целых чисел, а в результате сложения у меня получился series, который состоит из вещественных чисел. Но это связано с тем, что Pandas'у пришлось добавить этот элемент, у которого значение none, а none – это вещественное число. Если я просто сделаю вот такую вот вещь, float от none, то как раз я получу его. Вот целого числа такого нет, а вещественное число такое есть. Это некоторое специальное значение, которое в свое время придумали, когда придумывали, как вещественные числа нужно записывать в компьютере. Был создан вот некоторый стандарт, который все это описывает, и там, в частности, есть такое вещественное число, как none. Оно очень странненькое, потому что... Вот представьте себе, что я хочу проверить, правда ли, что у Элизабет оценка none. Вот давайте, у меня есть какой-нибудь тут sum grade. Да, и я могу вот так вот посмотреть на оценку Элизабет. Ну а теперь давайте представим себе, что я хочу программно проверить, правда ли, что эта оценка является none. Я могу попробовать сделать это вот так. Да, проверяю, правда ли, что оценка Elizabeth – это вот этот самый float none. Давайте на всякий случай проверим, что действительно, что нам вернули действительно float none. А, интересно, что на репорт такой выдает. Ну ладно. На самом деле это как раз вот этот самый float от none. И нам говорят, что нет. А? Хуже того, смотрите. Хуже того, может быть, это два разных надо создать. Давайте сделаем вот так. Значит, дело в том, что нам это очень странная штука. Это единственное число, которое не равно самому себе. Я, кстати, не знаю, мне кажется, что... Да, есть такое вещественное число — бесконечность. Но вот бесконечность равна самой себе. А нам не равен. Но у этого есть некоторое обоснование. Дело в том, что если вы, там, если вы двумя разными способами получили none, то это не означает, что вы получили одно и то же.
в некотором смысле все пропуски разные. И поэтому в стандарте было написано, это не питоновская штука, это такая штука, которую вы встретите в любом языке программирования на самом деле. В стандарте в соответствии написано, что нам не равен сам себе. Это единственное число, которое обладает таким свойством. Вот. Поэтому, если вы хотите проверить, является ли что-то наном, то использовать вот такое сравнение нельзя. Но вместо этого можно использовать специально функцию pd is na или pd is null, что одно и то же. И вот она как раз нам скажет, что действительно... оценка Элизабет действительно является этим самым миссией. Вот. Хорошо. Давайте вернемся к Sirius. Значит, на самом деле Sirius, вообще работа с индексами в Pandas, она довольно странненькая. Когда мы сделали Sirius Grades, все было вроде понятно. Значит, я могу обращаться к элементам этого grades. Могу по номерам обращаться. Grades от единицы – это пятерка, потому что вот он, элемент с индексом 1. Могу обращаться по строчкам. Но представьте себе, что я сейчас создал, допустим, какую-нибудь вот такую штуку, Sirius, у которого в качестве индекса выступают числа. Например, вот так. Давайте даже, чтобы было веселее, давайте вот так. Числа могут быть индексами. Теперь вопрос. Как вы думаете, что будет, если я попрошу вывести squares от 2? Если честно, я не знаю. Но сейчас, вот эти вот штуки – это честные числа, это не строки. Если бы я написал бы здесь в кавычках двойку, в кавычках вторую, в кавычках четвертую, да. Я не знаю, что сейчас будет, потому что я не помню, как Pandas ведет себя в этом месте. Но, по крайней мере, у нас есть два варианта. Либо он может выдать вот эту четверку, потому что ключ вот он. Либо он может выдать вот эту 16, потому что ключ вот он. Ага. Да. Четверка. Интересно, я ставил на 16. Ну ладно. Короче говоря, в такой ситуации на самом деле... То есть мы знаем теперь, что если мы используем числа в квадратных скобках, даже если у вас индексы являются числовыми, все равно вот эти числа воспринимаются как номер строки. Сейчас, наоборот, не воспринимаются как номер строки. Наоборот, они воспринимаются как ключ. Да. А что, если я хочу получить не... Что, допустим, я хочу получить первую строчку. Как мне это сделать? Но для этого есть специальная штука, которая называется iLog. После этого iLog нужно писать квадратные скобки. И вот в этом случае вот этот номер будет восприниматься как числовой индекс. То есть просто как номер элементов в массиве. А если вы забыли, как работают обычные квадратные скобки, как я забыл, то вы можете не полагаться на удачу. Но, во-первых, всегда можно проверить, но если вы совсем хотите быть уверенным, то можно использовать log. Вот про лог гарантированно, что он будет использовать именно индекс, который вот здесь написан. То есть iLog – это вот эти вот нумерованные индексы. Я даже не помню, как они называются. Integer Location-Based Indexing. А вот этот лог – это label. Based, то есть по вот этим вот меткам, которые мы тут используем. Хорошо. Да, давайте посмотрим, что еще бывает в связи с
тем, что у нас теперь индексы могут быть какими угодно. Давайте вернемся, допустим, давайте я сделаю подлиннее чуть-чуть Series. У меня будет побольше оценок здесь. Пусть будет 4. Кстати, создавать Series можно из словарей. В том числе можно сделать вот так, например. Вот, значит, у нас бывают срезы. Да, и мы знаем, что давайте попробуем использовать срезы вот здесь. То есть, поскольку индексами могут быть не числа, а строки, я использую в этом срезе строки в качестве обозначения начала и конца среза. Прошу выдать от Боба до Элизабет. И вы, конечно, помните все, что в Питоне везде действует правило, что правый конец не включается в срезы. Давайте посмотрим, что получится. Да, а теперь давайте попробуем такую штуку. Как вы думаете, что здесь будет? Знаете, что означает буква L в слове pandas? Логика. Ну, на самом деле нет. Это я, это, конечно, наговариваю на разработчиков pandas. На самом деле это поведение осмысленное. Дело в том, что когда вы используете вот такую вот числовую индексацию, то не включается последний элемент осмысленно, потому что ну, это делает всю эту штуку довольно предсказуемой. Например, очень легко посчитать, сколько элементов в этом срезе. Вычесть из правого конца левого, и вот вам количество элементов в срезе. 3 минус 1 равно 2. И если вам вдруг нужно включить последний элемент, то это легко сделать. Вы просто прибавляете единицу к правой границе, и все. Вот здесь сделать аналогичную семантику гораздо сложнее. Непонятно, например, что означает прибавить к элементу единичку. Вот если бы я хотел бы Элизабет включить, как бы я мог это сделать? Ну, более-менее никак. Мне пришлось бы искать эту Элизабет и дальше там что-то такое делать. Вот. Ну, в общем, короче говоря, Pandas нарушает общую питоновскую конвенцию насчет того, что правый конец не включается. Но нарушает он ее только при использовании в качестве индекса использования вот этих самых лейблов. То есть тогда, когда у вас происходит label-based indexation, индексация по меткам, в этом случае правый конец включается. Ну, давайте еще повозимся со срезами. Здесь нас ждет много всего увлекательного. Например, если я попрошу выдать мне срез, скажем, начиная с Бобом и заканчивая Эммой. Как вы думаете, что получится? А Эмма тут нет. Элис, Боб, Клаудия, Элизабет. Давайте попробуем. Да. Давайте попробуем какую-нибудь более веселую историю. Пусть у меня будет не Эмма, а пусть у меня будет какая-нибудь Клариса. Ну, потому что у позже. Да, ну правда, по алфавиту. Можно было бы попробовать не Кларису, а можно было бы попробовать какую-нибудь. Ну, в общем, видно, что по алфавиту. Я не придумал подходящего имени.
Вот. Ну и в принципе, окей, такое поведение понятное и разумное. То есть если я хотел вывести, начиная с боба, заканчивая cz, то он просто вот идет, смотрит, когда у меня здесь, значит, он понимает, что после клауди, по идее, должна выйти вот эта вот cz, но ее нету. Ну, значит, тут клауди он включает, и все, а Elizabeth уже не включает. Но давайте теперь сделаем что-нибудь интересное. Давайте теперь... Давайте теперь сделаем, поменяем порядок следования. Или сделаем вот так. И давайте теперь попробуем вывести там оценки, допустим, начиная от Клаудия и заканчивая Элизабет. А как вы думаете, что теперь будет? Хорошо. А если вот так? Значит, что будет вот в этом случае, если я прошу вывести от Клаудио до Эммы? Нет, М как раз позже. А, сломалось. Да, Ну, он на самом деле сообщает следующее. Ой, боже мой, он много всего сообщает. Да, мы заметили. Ну, короче, история такая. Вот в том случае, если у вас индексы не упорядочены как-нибудь, ну, то есть, как бы, если они не упорядочены по возрастанию или по умыванию, то он не может делать вот такие срезы, у которых в индексе есть. У которых в начале или в конце есть элемент, которого вообще нету в индексе. Потому что вообще непонятно, как должна логика в этом случае работать. Можно, да, можно сортировать, конечно. Можно сортировать по ключу. Да, вот смотрите, вот этот вот срез, например, он неупорядоченный. То есть здесь мне сказал от Клаудио до Элизабет, но у меня, поскольку Боб лежит между ними, значит, получается, что он здесь никак не учитывает порядок. Он просто, то есть, как бы вот в случае, если у вас индекс неупорядоченный, алгоритм построения среза очень простой. Он просто перебирает все элементы и сразу сравнивает их с началом среза. Как только такой элемент обнаружен, он дальше начинает перебирать все последующие элементы и ждет, пока не встретится конец среза. И все, что между ними, включая конец, он включает этот срез. А в случае, если элемента, которого, значит, в случае, если у вас начало или конец, это элемент, которого нет вообще, он ничего не может сделать. Он не понимает, что от него хотят. А в случае, если индекс упорядочен, то тогда понятно, как работать с элементами, которых нет. Как бы нужно представить себе, где бы они были, если бы они были. А, значит, если индекс упорядочен, то тогда понятно, как определить, где бы они были, если бы они были. А если индекс не упорядочен, то непонятно. И поэтому в этом месте все ломается. Вот. Ну, на самом деле, я так сейчас довольно подробно про все это рассказываю. Я мог бы это все как-то замести под ковер, но мне хочется про это рассказать, потому что, ну, как-то тут... Да. Ну, значит, по номерам он всегда делает срез целочисленный. И здесь, на самом деле, ему, если вы правую границу среза указываете вне диапазона, то это не страшно. Он просто идет до туда, докуда может идти. И как бы здесь всегда, тут как бы, когда вы используете числовые эти самые срезы, то все понятно, что по числам они упорядочены. И тут понятно, какой в начале, какой в конце. Ну, в результате может получиться неупорядоченный, да.
На самом деле, если вам нужно чем-нибудь упорядочить, то вы это всегда можете сделать. У Sirius есть метод sort. Вот есть такой метод sort index, который упорядочивает индексы. Ну, он, значит, по умолчанию он возвращает новый объект, но, в принципе, ему можно сказать in place равняется true, и он после этого упорядочит прямо внутри. Вот, можно вот так упорядочить. Sort index упорядочивает по индексу. Ну и, соответственно, есть наоборот sort, sort values. Он будет упорядочивать наоборот по значению. Вот. Ну, чтобы было еще веселее, давайте вернемся к вот этому series squares, в котором индексы 2, 3, 4, а значение 4, 9, 16. И давайте я напомню, что вот squares от 2 – это четверка. А как вы думаете, что такое вот такая вещь? Или давайте вот так, squares 2, 4. Так, какие есть идеи, что это может быть? Есть интуиция? Да. Это четверка, которая из первых столбца или из первого? Нет, значит, всегда он отображает в первом столбце индекс, а во втором столбце значение. Вот эта четверка, это... Но вот эта строчка 4.16, это вот эта строчка 4.16. Так, ничего не понятно, какие есть гипотезы? Ну, может быть, он берет второй элемент. Да. Совершенно верно. Да, ну вот на самом деле, если вы... в общем, короче говоря, если вы используете просто квадратные скобки, то они ведут себя очень странненько вот в этой ситуации, когда у вас индексы числовые, но при этом не идут по порядку. Потому что когда вы поставляете одиночный индекс, он использует тот индекс, который здесь вот написан, лейбл, значит, по лейблам индексирован. А когда вы используете срез, он считает, что вот в этом срезе вот эти вот штуки – это просто номера этих элементов. Но если нет цифры, то он просто идет до конца. А, в смысле, я... Да. Нет, значит, вот смотрите, на самом деле все последовательно. Срезы всегда воспринимаются как индексация в срезах, вот эти вот числа, которые... Как бы если вы используете целые числа в срезе, то эти целые числа всегда используются просто как номера, последовательные номера элементов. Здесь было то же самое. Когда я вот здесь сказал, что я хочу grades 1, 3, значит, вот они 0, 1, 2. Вот они, Клауди и Боб. Ну, в общем, все можно рационализировать. Да. Ну, в общем, на самом деле квадратные скобки в Pandas ужасно перегружены. То есть они в зависимости от контекста могут работать то так, то эдак. И довольно трудно запомнить. Поэтому, в принципе, такое правило хорошего тона, особенно если вы пишете какой-то код, который кто-то будет еще читать, то там я сейчас предпочитаю использовать, когда я понимаю, что я хочу, я предпочитаю использовать локи и айлоки. Значит, я всегда знаю, что лок – это работа с лейблами, а айлок – это работа с номерами. Ну, сначала у меня сейчас единичка. А единички нету. Ну, нету и нету. Ну, опять же, поскольку здесь индексы упорядочены, понятно, что имеется в виду. Вот если бы они здесь были бы не упорядочены,
числовые индексы тоже могут быть неупорядочены, то тогда бы он выдал бы ошибку. А если я значит, честно говоря, я что-то без понятия, что-то. Ладно, по крайней мере, вот это мне понятно. Если здесь написать минус первый. А вот я не знаю, как он сейчас воспринимает минус единицу. По идее, отрицательные числа он воспринимает как счет с конца. А, точно. Это лог. Окей. Да. Давайте посмотрим вот здесь, если я что сделаю. Ну да, здесь как раз понятно. Это начиная с последнего элемента и заканчивая хвостом. Жизнь устроена очень сложно. Это, по-моему, главный вывод из вот этой части. Ну, действительно, то есть, на самом деле мы вроде бы, казалось бы, добавили простую и понятную штуку. Вполне естественное желание добавить к нашим элементам какие-то названия. Да, но видно, что если мы это добавляем, мы сразу же очень сильно увеличиваем сложность нашей системы, потому что возникает куча разных комбинаций того, как оно может работать, как мы можем ее использовать, и для каждой этой комбинации нужно придумать какое-то осмысленное поведение. Вот. В общем, короче говоря, я люблю вот эти вот, значит, они называются accessors, вот эти вот log и ilog, мне они очень нравятся, потому что про них я точно понимаю, как оно будет работать. Вот, ну ладно. Да, значит, я уже говорил, что эти штуки ведут себя более-менее как нумпаевские массивы. Собственно говоря, они являются нумпаевскими массивами, только с некоторой дополнительной оберткой. Кстати, а вот еще одна вещь, которую я не рассказывал, но которая тоже относится скорее к нумпаю. Вот видите, здесь dtype не просто int, а int64. Дело в том, что в питоне, вот питоновский int, он может быть сколь угодно большим. Но это означает, что он может занимать не пойми сколько места. И опять же, когда мы хотим делать эффективную структуру данных, мы хотим, чтобы все элементы занимали бы одно и то же место. И поэтому вот здесь по умолчанию используется не питоновский int, а вот этот int64. И он обладает другими свойствами. Например, если я возвожу здесь все это в тысячную степень, то я получу вот так. Вот. И если вы спросите, откуда здесь могло взяться число отрицательное, если учесть, что я возводил положительные числа в тысячную степень, то это такой способ, ну, короче говоря, представьте себе, что у вас для того, чтобы хранить число, выделено какое-то количество бит, и вы эти биты используете для того, чтобы хранить положительные числа, для того, чтобы хранить отрицательные числа. В какой-то момент у вас возникает переполнение, и ну, вот в этом случае у вас не возникают ошибки, а просто вы теряете какую-то информацию, какие-то биты у вас пропадают. И, кстати, может так оказаться, что вы получаете какой-то результат, который вообще не имеет никакого отношения к, значит, к здравому смыслу. Ну, вот такое бывает, да. Да, но это естественно, потому что возвести двойку в большую степень, это означает, что у вас в двоичной системе числения будет где-то там далеко единица, а потом все нули. И это означает, что вы, когда эту единицу потеряете из-за переполнения, из-за того, что она просто не поместится, то вы останетесь просто с нулями. А это надо. Никак. Ну, то есть, по-хорошему, если бы такой, если у вас есть такой шанс что-то такое получить, то, в общем, хорошо проверить, прежде чем делать операцию, проверить, что у вас не слишком большие числа. Ну, я, кстати, думаю, что 2 в тысячной степени, то он еще... А, нет, может, уже не может хранить. Но он видит, он понимает, что он не может это сконвертировать в N64, и он сразу создает series, в котором элементами будут как бы dtype уже не int64, а object. Но такой series, от такого series вам, ну, как бы, такой можно использовать, но
не, он не будет быстро работать. Кстати, вот мне интересно, если я попробую сделать вот такую вещь, допустим. Вот это такое, ага. Хорошо, а если я сделаю вот так? Ошибка, да не та. О, смотрите, как хорошо. А вот с числом с плавающей точкой, которое было с dtypeм float 64, когда я его возвел в слишком большую степень, я получил частную бесконечность. То есть это означает, что у меня возникло переполнение вот, в положительную сторону. Ну, в принципе, да. Видимо, float в этом смысле более безопасный тип данных, чем, чем int. По крайней мере, он не выдаст вот такого странного результата. Вот. Ну, ладно. Значит, чего еще нужно сказать про Sirius? Значит, срезы, то все 5-10. Ну хорошо, вроде бы я, наверное, все сказал про Sirius, что хотел. А, давайте. Давайте сделаем табличку. А, значит, главный объект, с которым вы работаете в Pandas, называется DataFrame. И это просто такой способ представлять таблички в Python. Значит, ну вот я сейчас создал самый простой DataFrame. Он просто состоит из чисел. У него есть строчки и столбцы. Значит, если я делаю вот так, как вы думаете, что я получу? В принципе, есть два варианта. А вот и нет. Первый столбец. А если я хочу получить первую строку, то нужно сделать... Ой, нет, не так. А как? Нет, и так тоже не вижу. Такое. О, так я получил первую строку. Значит, дело в том, что почему у меня здесь выдал первый столбец? Дело в том, что ну, вот у этого у этих табличек у них как бы строчки и столбцы как неравноправны. Ну, когда эта табличка это просто числовая таблица, просто какая-то вот такая матрица, то тут нет никакого сильного различия. Но на практике, как правило, у вас датафреймы устроены как-то так. У вас есть... Ну, давайте я добавлю каких-нибудь индексов. Допустим. Давайте я сделаю как-нибудь не так. Давайте я добавлю вот сюда вот. Так вот сделаю. И давайте я добавлю название для колонок. Значит, вот типичная табличка, с которой вы столкнетесь, выглядит вот так. У нас по столбцам идут некоторые признаки, некоторые переменные. А по строчкам у нас идут какие-то объекты. В данном случае у меня объект – это студенты, а по столбцам написано что-то, что мы знаем про этого студента. Например, имя и оценки по каким-то разным предметам. Вот. И поэтому строчки и столбцы на самом деле неравноправны. В частности, столбцы обычно подразумеваются, что они будут однородными. То есть, например, если у меня вот есть столбец оценка по анализу, то она будет состоять, скорее всего, из чисел, а имя будет состоять из строчек. А строчки же совершенно не обязаны быть однородными. И по умолчанию, если вы хотите получить, как бы если вы хотите
сделать вот такой вот запрос, скорее всего, вы хотите именно столбец. Скорее всего, вы хотите вытащить одну переменную и с ней что-то сделать. А сделать что-то со строчкой – это скорее более редкая история. Если вы хотите делать какие-то преобразования, осмысленные преобразования данных, то, скорее всего, вы это делаете с отдельными столбцами. Да, и поэтому по умолчанию просто квадратные скобки работают со столбцами. Вот. Если вы хотите вытащить строчку, то можно использовать лог. Значит, лог устроен так. Это такая естественная индексация. Например, если я хочу получить первую строчку и столбец calculus, то вот я получаю элемент моей таблички с заданными, с заданной строчкой столбцом. Значит, в лог индексация всегда такая. То, что идет до запятой, это строка, а то, что идет после запятой, это столбец. Если запятой нет, то это строка. Ну, вот как здесь. И да, и нет. В Pandas одно время пытались развивать штуку под названием panel, панельные данные. Но они потом отказались от него. Они потом сделали другую штуку, которая называется мультииндекс. Это такая вещь, которая позволяет хранить в датафрейме фактически многомерные данные. И мы потом до этого дойдем, я покажу вам мультииндексы. Вот. Но в целом сейчас это в основном такие вот двумерные таблички. С панельками как-то не сложилось у меня. Ну, потому что там еще больше сложностей возникает. Вот. Соответственно, если вы хотите, можно с помощью лока тоже получить столбец, это можно сделать вот так. Значит, вот этот просто двоеточие означает срез от начала до конца. Ну и, опять же, вместе с локом есть iLog. iLog позволяет обращаться по номерам. То есть, вот, например, iLog 1.3, это у меня сейчас вот эта шестерка. Строчка с номером 1, а столбец с номером 3. 0, 1, 2, 3. Вот. Ну и, в принципе, их все можно использовать, в том числе для того, чтобы модифицировать значения, хотя тут тоже возникают некоторые тонкости, я про это скажу отдельно. Вот. Да, как я уже сказал, квадратные скобки работают по умолчанию по столбцам. Как вы думаете, что я получу, если я сделаю вот такую штуку? Казалось бы, но нет. Я получу сообщение об ошибке. Дело в том, что квадратные скобки, конечно, работают по столбцам, но если я делаю срез, то они работают по строкам. Кажется, на этом месте кто-то от Zoom отключился. Видимо, это была последняя капля. Ну, поэтому я всегда, опять же, пропагандирую использовать iLog, потому что iLog – это предсказуемая штука. Хотите строчки? Пожалуйста, строчки. Хотите столбцы? Пожалуйста, столбцы. Или лог тоже в этом смысле хороший. Я могу сделать срез по столбцам, просто мне для этого нужно использовать лог. Ну вот, пожалуйста. Все прекрасно образом работает. Значит, если я пытался это сделать просто вот так вот, то он дает ошибку, потому что нету таких строчек. Могут быть, да. Никто не мешает вам использовать одни и те же индексы по строчкам и по столбцам. Да, значит, по строчкам. Строчки тоже могут быть с индексами нечисловыми.
Например, я могу вот эту вот табличку, даже, может быть, было более разумно эту табличку, записать в таком виде. Значит, 4, 5, 4, и дальше у меня есть... А. Не там, значит. Дальше писать. Значит, и дальше я могу, например, сделать, сказать, что у меня вот индекс, пусть будет Alice и Bob, а колонки пусть называются, как называются. Calculus, algebra. Вот. И вот это на самом деле, ну, как бы концептуально, вот это, наверное, правильный способ думать про эту таблицу, потому что теперь я могу обращаться. Извините. И теперь я могу обращаться к строчкам вот так, ну а к столбцам, соответственно, вот так. Вот. Как? Сейчас iLog точно нет, не сработает, потому что iLog ожидает номер. Если я сделаю log, то он выдаст ошибку, потому что нет такой строчки. А если я хочу столбец вытащить с помощью лога, то я должен сделать вот так. Значит, у лога, вот у лог очень четко описанное поведение. Значит, он, во-первых, работает только с лейблами, неважно, числовые они, строковые. Вот то, что написано, вот то, что у нас вот здесь отображается, вот эти вот штуки, которые уже здесь отображаются, вот они и будут использоваться. А во-вторых, то, что до запятой – это строчки, то, что после запятой – это столбцы. Здесь поведение четко задано, его можно коротко сформулировать. Чтобы коротко сформулировать, чтобы в принципе сформулировать то, как работают просто квадратные скобки, нужно вот столько текста. Вот. Ну, а iLog – это то же самое, только с номерами. Столбец с номером 2. Вот. Да, ну и на самом деле у нас всегда... Кстати, мне интересно, вот если у меня был мой вот этот дата фрейм, у меня выдавал здесь строки. А, ну да, вот здесь видно, что если мы пытаемся выдать строку, значит, вот в таком вот гетерогенном, ну, то есть вот в такой вот табличке, да, понятно, что если я здесь хочу строку, то она имеет не один и тот же тип, все ее элементы. Здесь есть строчка, а есть числа. И поэтому, когда я здесь попытался получить строку, он мне выдал series, но это series с D-type object. Вот. Ну, по крайней мере, это тоже честный сервис. Кстати, R в этой ситуации возвращает просто data frame. R не понимает, что у R вообще нету. R не может выдать штуку, похожую на series, но которая была бы такой вот гетерогенной, с неоднородной, с разными типами данных. Поэтому в R одна строчка – это тоже data frame. Ну, а здесь вот series, но только вот такой вот специфический. Вот. Вот. Ну хорошо, давайте что-нибудь еще хорошее сделаем с всеми этими штуками. Ну вот, например, у меня теперь есть вот такая табличка, и я могу вот этой табличке считать всякие... Ну, например, я могу посчитать среднюю. Значит, вот у меня по умолчанию эта средняя посчиталась вот так по столбцам, но, в принципе, я могу посчитать средние по строкам. Для этого мне нужно было бы сделать вот так. Результат, опять же, получается какой-то CVS. И, например, я мог бы сделать такую вещь. Вот, скажем, я могу вот в эту исходную табличку добавить, например, я хочу добавить столбец, просто вывести там среднюю оценку у каждого студента. Я могу сделать это, например, так. Значит, вот так я могу добавить столбец.
В принципе, про такой data frame можно немножко думать, как про словарь, который состоит из столбцов. Вот это вот. Строку. Это... сейчас, давайте попробуем. Ну, сейчас. Если я, например, сделаю вот так, df log. Я не знаю, честно говоря. Ну да, получилось. Да, правда, средний, он у меня сейчас нарушилась целостность, у меня теперь средний неправильно. Вот, ну ладно. Но, в принципе, добавление строки – это, скорее, такая не очень частая ситуация. Вот добавление нового столбца – это частая ситуация, потому что вам довольно часто у вас в ходе работы вы там с какими-то столбцами что-то делаете. Вы там складываете, сравниваете, еще что-нибудь. Вот. После этого создаете новые столбцы, с ним тоже что-то делаете. Вот это вот такая деятельность вполне распространенная. Да, на самом деле можно, если вам лень писать каждое из квадратной скобки, то, в принципе, к столбцам можно обращаться вот так, через точку, как если бы они были атрибутами некоторого класса. Я не фанат этого способа, во-первых, потому что он не универсальный, он работает только тогда, когда столбцы называются такими названиями, которые могут быть. То есть это означает без пробелов, и там нет спецсимволов, нет каких-нибудь скобок, чего-нибудь такого. Вот. Во-вторых, тут есть вот такая проблема. Допустим, если я хочу вот так сделать. Как видите, он молча не сделал ничего. Мне казалось, что они в какой-то момент все-таки сделали так, что в этом месте выдает, по крайней мере, предупреждение. Но, видите, сейчас не выдал почему-то. Короче говоря, если вот самый более безопасный способ все-таки вот такой. По созданию столбцов. Ну, столбец можно удалить. Можно, например, сделать вот так. Ну, а еще часто можно использовать какие-нибудь вот такие вот штуки. Drop позволяет удалять столбец или несколько столбцов, или строки. Вот, например, я удалил два столбца, столбец average и столбец geometry. Надо сказать, что в Pandas все вот такие вот методы, которые модифицируют data frame, они устроены таким образом, что по умолчанию они на самом деле его не модифицируют. То есть вот я сделал как бы вот здесь drop, но на самом деле с моим data frame ничего не случилось. А на самом деле просто вот эта штука, она возвращает новый data frame, то есть она создает и возвращает новый data frame. И я мог бы это сделать как-нибудь вот так. Я мог бы сказать, что у меня есть мой старый data frame и есть новый data frame. Значит, вот этот access означает, что мы хотим удалять именно столбцы. Потому что, в принципе, drop работает со строчками тоже. Значит, я мог бы дропнуть наоборот не столбец какой-нибудь, а дропнуть какую-нибудь строчку. И по умолчанию он работает как раз со строчками. Вообще существует много всяких методов датафреймов, которые могут работать со строками и со столбцами. Соответственно, им нужно указывать, значит, с чем именно вы хотите работать. Это можно делать с помощью, значит, нумерация такая: 0 это всегда строки, 1 это всегда столбцы. Но, в принципе, если вы забыли, то вы можете сказать просто вот так. Exit становится. Нет, не можно. А как можно? Не умеем, так что. Ну и ладно. Мне казалось, что он умеет.
индекс 1. А, да, понятно. Та ось, которая строчки, она называется индекс. А та ось, которая столбцы, она называется колонн. Вот. Да, соответственно, если вы хотите сделать какое-то изменение в датафрейме, то вы можете сделать вот так. Я, честно говоря, не сторонник вот этого in place равняется true. Например, потому что вот такой код невозможно запустить два раза. Дело в том, что когда вы работаете вот в таком вот интерактивном режиме с какими-нибудь данными, вы постоянно, у вас постоянно возникает ситуация, когда вам нужно вернуться назад и что-нибудь там поменять и заново запустить. И, например, если я вот сейчас запущу вот эту ячейку еще раз, то у меня ничего не получится, потому что мне скажут, что я пытаюсь дропнуть строчку, которая уже дропнута. И поэтому, как правило, я хочу делать так, чтобы у меня мои датафреймы сами по себе не менялись, чтобы у меня вместо этого создавались новые датафреймы. Ну, это в какой-то мере это проблема Юпитера, но это в принципе есть такая проблема, что когда что-то модифицируется, за этим довольно трудно следить. Правильно создавать новые объекты. Вот. Ну, я потом еще покажу какие-то более сложные примеры, когда что-то видно. Так, чего еще можно сделать с датафреймом? Да, на самом деле можно делать всякие арифметические операции. Вот, пожалуйста, я все элементы умножил на 2. И здесь работает broadcasting rules, который мы обсуждали в прошлый раз. Например, я могу сделать вот такую вещь, скажем, я могу прибавить какой-нибудь series, и это будет означать... Ну, понятно, почему так. Потому что он уважает индексы. А вот в этом series у меня не было никаких индексов. А вот здесь вот у меня есть индексы. Поэтому он, конечно, сложил, но это не то, что я хотел. Они были, но непонятно... Ну, сейчас, на самом деле, сейчас что-то произошло очень странное, потому что я сказал, что мне нужно к... значит, вот смотрите, вот что произошло вот сейчас, вот здесь. Я сказал, что мне нужно к каждой строчке моего датафрейма прибавить вот такой pd-series. Но в этом pd-series нет никаких элементов вот этих вот с индексами вот этими. Ну, это то же самое, что у нас было в самом начале, когда мы пытались сложить два... Вот здесь вот, когда у нас у Элизабет не оказалось оценки, потому что она была только в одном датафрейме. Короче говоря, точнее, только в одном series. Короче говоря, в том случае, если у него для какого-то индекса есть значение в одном из складываемых series, но нет в другом, то сумма не определена. А здесь у нас вообще нулевое пересечение. Но важно то, как строки называются. То есть на самом деле я могу просто сделать вот так. Если я хочу это сделать осмысленно, то мне просто нужно сделать вот так. Ну вот, пожалуйста. Теперь я прибавил к каждой строчке. 1, 2, 3, 4. Нет, я, честно говоря, сейчас не очень понимаю, почему он... А, может быть, сортирует автоматически. Это какое-то... Да, я не очень понимаю, почему он сделал так. Алгебра. Может быть, потому что у меня здесь порядок другой. Я думаю, что если порядки совпадали, то он бы ничего бы не пытался пересортировать. Ну да. Видимо, в том случае, когда у вас не совпадает порядок, он на выходе делает сортировку. Но я бы на это не рассчитывал. Он может делать, может не делать. Вот.
Ну, вот смотрите, на самом деле, чем все это хорошо? Вот, например, я хочу найти, скажем, я хочу найти допустим, я хочу найти тех студентов, у которых... Ладно, это сложная задачка. Давайте попробуем. Да, давайте чуть-чуть более последовательно. Смотрите, значит, есть вещь, про которую я не говорил, а именно можно выбирать элементы по условию. Это очень похоже на то, что происходит в NumPy, и здесь это особенно полезно. Давайте я сделаю... Ну, окей. Допустим, я хочу найти тех людей, у которых средняя оценка больше 3. Ну, да, на самом деле можно даже сделать вот так. Df average больше, чем 3,5. Значит, смотрите, что здесь произошло? Ну, во-первых, что, значит, вот эта вот штука, это опять поэлементное сравнение. То есть она возвращает series, у которого такие же индексы, и, соответственно, true и false в зависимости от того, верно утверждение или неверно. И теперь я вот этот series из true и false использую в качестве индексатора. В этом случае квадратные скобки начинают работать по строчкам, потому что это, ну, как бы, потому что это естественная задача отфильтровать строчки, они скорее более естественная задача, чем отфильтровать столбцы. Ну, вот этот вот синтаксис, он немножко такой громоздкий, особенно когда у вас более сложные условия возникают. Поэтому есть другой синтаксис. Во-первых, есть штука, которая называется query, которая позволяет записывать вот такие условия просто вот так. Тут опять возникает проблема с тем, что если у вас, например, столбец называется не одним словом, а там несколькими словами через пробел, то тут становится сложно. Я не уверен, что можно написать query вот такой, который будет так работать. Ну и вообще делать такие запросы с помощью строк, ну как-то выглядит немножко стрёмно для меня лично. Ну, вот я, честно говоря, не уверен. Последний раз, когда я пытался это сделать, мне кажется, он и не заработал. Вот. Сейчас мой любимый способ делать такие запросы вот такой. Значит, можно передавать в качестве индексатора, можно передавать функцию. Он передаст этой функции ваш датафрейм. А после этого эта функция должна вернуть series, который он будет использовать для того, чтобы сделать соответствующий выбор. Значит, вот здесь вот x — это на самом деле ссылка на наш data frame. Не знаю, надо я не, на самом деле, как правило, это не очень важно. Если вы пишете код в таком интерактивном режиме, то, скорее всего, вам более-менее не важно. Он сработает, так сказать, за 0,1 секунды или за 0,12 секунд. Вот. Или даже за 0,2 секунды. Но там, если писать какой-то код, прям вот, который будет прям в продакшене работать, это может быть становится важно. Если вы пишете сайт, на котором большая нагрузка, и этот сайт использует Pandas, ну, это само по себе странно. Скорее, вы будете использовать какие-то более подходящие структуры данных для этого. Ну, почему мне нравится вот эта штука? Значит, вот эта штука мне больше нравится, чем query, потому что я в большей степени понимаю, что здесь происходит. Вот этот query — это какая-то магия. Он пытается воспринимать вот эти штуки как название столбцов, но при этом довольно часто у меня более сложный запрос, чем вот такой. Например, вот, ну, я не знаю, у меня может такое быть, что я хочу не сам столбец, а я хочу какое-то свойство этого столбца. Например, я хочу вот этот вот x, я хочу с ним что-нибудь сделать, прежде чем сравнивать. Ну, там, я не знаю, корень от него посчитать. И я могу это сделать вот в этом синтаксисе. Я могу сделать, например, вот так.
и это сработает. Вот в этом вот синтаксисе не могу. А может быть могу, я не знаю. Так он все-таки не умеет. Вот. Что касается преимущества вот этого кода по сравнению с вот таким кодом, ну, мне нравится то, что вот здесь вот не нужно повторять название этого датафрейма. Это бывает полезно, когда вы на самом деле применяете вот этот фильтр. Дело в том, что у вас... Ну, давайте, я думаю, что я, может быть, на следующем занятии покажу, где еще вот такие вот штуки могут пригождаться. Там немножко другой стиль работы с датафреймами. Вот. Чего еще можно сделать? Можно отсортировать. Сортировать можно по-всякому. Значит, можно... Ну, вот стандартная функция сортировки — это sort values. И вы можете отсортировать просто по... Так, что-то у меня все уже отсортировано. Ладно, давайте сортировать просто в обратную сторону. Значит, вот так он сортирует по убыванию. И, в принципе, вы можете сортировать по нескольким столбцам. Для этого вам нужно передать список столбцов. Тут сейчас не видно эффекта. Давайте сделаю вот так. Все равно не видно эффекта. Ну, потому что у нас всегда сортировка по первой этой самой штуке, у нас здесь всегда одинаковая. Короче говоря, помните задачку, где нужно было сортировать чего-то по одному столбцу, потом по другому столбцу, потом по третьему и так далее. Вот в Pandas это делается вот так. Вы можете просто передать массив столбцов, и если вы хотите сортировать по-разному, одни столбцы вы хотите сортировать по возрастанию, другие по убыванию, то это делается вот так вот, указывая false и true. Опять же, вы можете передать список с false и true в вот это вот в параметр ascending. Надо сказать, что в Pandas в целом довольно часто, если у вас где-то ожидается, что вы передадите строчку или столбец, и по смыслу туда можно передавать больше, чем одну строчку или больше, чем один столбец, то, скорее всего, вы можете передать туда список строчки или список столбцов. Ну вот как здесь, допустим, сортируется. Или, допустим, в drop. Вот, скажем, я могу дропнуть один столбец. Я могу дропнуть два столбца. Или больше. Для этого просто нужно передать список. Вот, и это во многих местах так встречается. Не знаю. Не пробовал. Можно. Вот. Хорошо. Ну, на самом деле нужно... Самое главное, что нужно понимать про Pandas, это то, что его невозможно выучить. Значит, вот, например, если просто посмотреть на то, какие методы есть у датафрейма, то вот они. Их много. Да, еще есть, ну, в общем, Pandas невозможно выучить, поэтому, ну, я не знаю, до сих пор моя работа с Pandas выглядит так. Я пишу строчку, гуглю, пишу строчку, гуглю, пишу строчку, гуглю. И это не проходит с течением времени. Вот. Ну, в частности, это не должно проходить, потому что библиотека сам по себе развивается, появляются новые возможности. И даже то, что я думаю, что я знал, как делается раньше, сейчас, может быть, это можно сделать проще. Вот. Но мы еще поговорим про более продвинутые возможности Pandas. То есть вот то, что я сейчас показал, это какие-то совсем базовые вещи. Но, значит, про какие-то еще более продвинутые возможности мы поговорим, но не нужно думать, что мы прям вот все пройдем, что есть. Реально это большая штука. А? Да. На самом деле у Pandas довольно неплохая документация,
Ну, на Stack Overflow есть огромное количество вопросов. И главное, что, в принципе, если вы понимаете, что вы хотите сделать, но вы даже не понимаете, как, но вы можете объяснить, что вы хотите сделать, вы просто задаете вопрос на Stack Overflow, приходите туда через 5 минут, копируете первый ответ в ваш код, и он, скорее всего, заработает. И это тоже такое часто бывает, да. Ну вот я недавно задавал какой-то вопрос про Pandas, и я сначала задал вопрос, потом одновременно произошло два события. Я нашел ответ, то есть я понял, что на самом деле мой вопрос дубликат, и одновременно кто-то мне все-таки ответил по существу. Не помню уже даже, про что вопрос был. Вот. Но если помечать как дубликат, то тоже хорошо, вы, скорее всего, найдете ответ. Вот. Кстати, очень полезно делать вот что. Когда вы задаете вопросы на Stack Overflow, очень полезно показывать на примере, чего вы хотите получить. И в частности, например, вот у меня здесь есть какой-то data frame, и я могу, например, сделать такую вещь. И вот он мне генерирует. Кстати, интересно, можно сказать, что он не табуляцию тут использовал? Нет. Короче говоря, вот это такой способ получить. Ну ладно. Значит, просто скопировать ваш data frame в каком-то более-менее человекочитаемом виде, и чтобы можно было просто его куда-нибудь скопировать. Вот. Но я предпочитаю делать эти датафреймы просто вот так вот явно, потому что из клипборда их не всегда можно. Теоретически есть возможность создавать датафреймы, наоборот, from clipboard, кажется. Может, и нету. На самом деле, да, вот еще одна вещь, которую я забыл сказать. Датафреймы можно создавать по-разному. Значит, можно создавать, так как я показывал, с помощью списков отдельно индексов, отдельно колумнцев, а еще можно использовать всякие словари. Например, вы можете создать, что-нибудь в таком роде. Значит, если вы передаете словарь, то этот словарь воспринимается как словарь, состоящий из столбцов. В принципе, можно было бы передать словарь словарей и здесь написать что-нибудь в таком роде. Что-нибудь вот такое. Вот. Это такой альтернативный способ создавать data frames с индексами и колонками. Другой способ можно на самом деле наоборот сделать. Можно сделать вот так. Можно передать список, который состоит из словарей. Вот. Например, так. Ну и здесь, допустим, я добавлю индекс. В общем, более-менее любым разумным способом можно сделать датафреймы из любой разумной структуры данных. Records. Но это как бы по строчкам он берет. Ну ладно. В общем, короче говоря, продолжим в следующий раз. Да, время потихоньку закончилось. Вот. Ну все тогда на сегодня.